Ребята? Иди сюда! С одного удара с кулака. Это был самый сложный, практически самый сложный противник в игре The Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition, да и в простом издании в настройке, игра на легендарной сложности, ребят. Всем привет, меня зовут Сагиров Иван, сегодня секрет, 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 и мой канал Мистер Кэт. Начинаем. Друзья, это видео я отдельно посвящаю своей группе ВК Мистер Кэт. Недавно там 7000 подписчиков подписалось. Вау, это невероятно. Круто, круто, круто. Спасибо вам. Ну что ж, если вы в игре The Elder Scrolls 5 Skyrim докачиваетесь до 80 уровня, время настало, то приходит он, эбонитовый воин. Что? О чем ты? Я сделал все, что только можно было. Ничего не осталось. Никаких новых приключений, злодеев, которых нужно убивать, вызовов, которые нужно принять. Лишь ты. Ты мое последнее приключение. Лишь ты можешь отправить меня в Савангард с честью. Подготовься как следует и ищи меня на моем последнем посту. Да, ребят. И начинается невероятный квест. Господи, первые разы, если бы мне сказали год назад, да какой год, даже полгода назад, что его можно победить одним ударом кулака, я бы сказал, ты что, читер что ли? Но сейчас, друзья, это реально. На идею данного видео, друзья, меня подтолкнул мой подписчик Марк Кулагин в комментарии. Я такой, стоп. А если сделать что-то другое и можно, я это проверил. И это реально сработало. Ну что, друзья, я вам сейчас покажу фишки, которые вы должны сделать, и чтобы это было максимально просто для вас. Максимально просто. Конечно, это можно сделать любым персонажем, но это будет просто дольше. Дольше. То есть мы берем орка. Да, самую имбовую расу. Мы берем орку. И желательно женского пола. Да. Теперь мы получаем наши крики. Первый крик мы получаем в темном братстве. Ну, нам нужно вступить или уничтожить темное братство. И получаем первый. Первый невероятный наш крик. Кстати, у меня есть топ криков. Топ 10 криков обязательно. Просто сейчас нажмите паузу и посмотрите, ссылочка внизу. Обязательно посмотрите это видео. Вам просто многое-многое откроется, друзья. Получаем первый. Первый наш крик. Убийство, смертный приговор. Второй крик мы получаем в забытой пещере. Обязательно, друзья, вы должны получить все три крика. Это обязательно. И третий крик мы получаем в локации под названием «Осенняя сторожевая башня». Не знаю почему, друзья, но меня... Какой-то баг. У меня был он и в моем стандартном прохождении, и в легендарном издании, и в специальном издании. Когда мы берем все три крика, то в криках почему-то еще появляется высасывание жизненной энергии. Это баг. Я помню, подсказывали, как его убрать там с помощью каких-то кодов. Черт, но это до сих пор не пофиксено. Не пофиксили. Увы, такая вот неприятность. Напишите, у вас тоже такой баг или это только у меня? Я сейчас в Маркарте. Вы обязательно, ну не обязательно, но желательно, должны пройти квест, связанный с храмом Дибеллы. Вы получите обалденный уникальный эффект, который добавляет урон противоположному полу. А это нам пригодится. Противобонитого воина очень пригодится. В самом конце, в шахте Вороньей Скале, также вы берете черную книгу под названием «Ветер перемен». И здесь уникальный талант под названием «Интуиция любовника», который добавляет нам еще 10% урона противоположного пола. Итого 20% вместе с перком Дибеллы. Следующий обязательный крик, друзья, это «Воплощение дракона». Первый вы сможете получить в шахте Вороньей Скалы. Да. Все его получали. И мы сейчас получим.
Второй крик мы получаем в храме Мирака. Ну и последний, третий. Третье слово крика воплощения дракона вы найдете в книге «Пробуждающие сны». Уже перед самым Мираком. Ну, Мирака мы уже одарили. Между прочим, тут стена какая-то уникальная. Но это все-таки у Хермеуса Моры. Обязательно, друзья, берите камень Атронаха. Он вам просто жизненно необходим. Камень Атронаха также, друзья, нам понадобится сет Мирака. Одевайте его полностью. Можно без перчаток. Можно без перчаток, но если без перчаток, как видите, перчатки у меня доэдрические, не зачарованы. И обязательно у вас должно быть прокачано изменения на соточку, и вы должны будете прокачать перк под названием Атронах. Вы поглощаете 30% магии от любых заклинаний, попадавших в ваш. Ну, то есть, у вас сейчас, друзья, сет Мирака дает 25, ну, без перчаток это 20 поглощений магии. Вы взяли камень, это 50, 70, и вы взяли перк, это 30. То есть, у вас сейчас 100 сопротивления магии. Просто это вам нужно, понимаете почему? Потому что просто поглощения работают еще на крики. То есть, если на вас кричат, и у вас поглощается крик, то он на вас не работает. А эбонитовый воин часто кричит, очень часто, и нам нужно, чтобы его крик нас не отбрасывал. Также, друзья, обязательные вещи это, смотрите, одежда. Одежда, я взял доэдрические перчатки, доспех 40, они у меня не прокачаны, но, друзья, этого, черт подери, хватает, реально хватает. Дальше, щит просто, ну, можете брать, можете не брать. Друзья, обязательно возьмите амулет Талоса, время между криками снижен на 20%. Еще я помолился богам Талосу, можно в Айтране помолиться, и вы получите дополнительный эффект, который еще. Ну вот, благословение Талоса пишет 0, но тут тоже 20%. Поверьте, тоже 20%. И почему? Почему мы берем, друзья, еще крик, который мы выбрали, это воплощение дракона. Если мы кричим, то мы получаем еще дополнительный бонус, друзья. Еще дополнительный бонус. Плюс 25% к одноручному усиленному удару. И перезарядки, 20% перезарядки нашего крика. Итого у нас получается бонус 60%. Ну, думаю, те, кто смотрели мои видео, уже это знают, друзья. Вот, смотрите, видите? На 300 единиц силовые атаки наносят на 25% больше урона. Плюс 100 к магии, плюс 25 сопротивления огню, холоду и... Да, не, огню и холоду. Время между криками снижено на 20%. Если здоровье падает на 50%, у нас появляется еще дух драконорожденного. Теперь, ребят, берем наш крик. Вот он, смертный приговор, прокачан на максимум. Давайте я вам покажу сложность. Настройка, игра, легенда. Теперь мы кричим как можно чаще. Вам нужно, друзья, крикнуть не менее... Да, казалось бы, так много, но не сильно много, потому что у нас быстрая перезарядка 20 раз. Да, это займет кое-какое время, я сейчас устрою быструю перемотку, но вот делайте все, как я. Смотрите, подбегаете вот сюда и агримся. Не стоило сюда приходить. Что да? Вот он тут благополучно застряет. И мы, друзья, кричим на него, кричим и кричим. Так, друзья, ну что, я крикнул даже 15 раз. 15 раз меньше 20. И хочу проверить. Теперь мы используем талант. Наш талант — ярость персика, который повышает нам урон. Ярость персика. Поехали. О да! Так, ребят,
Только что сработал перк. Да, сработал перк Эбонитового воина. Это вернуть урон. Но, кстати, почему я умер от собственного кулака? Я не должен был умирать. Я не пойму ничего. Ладно, смотрите, используем, опять же, ярость персика. Персика. И мощный. О, да, друзья. О, да. Просто с одного удара, ребят. Эбонитового воина с одного удара. На легендарной сложности. Черт. Понимаете, почему тот крик стоит на первом месте? Просто на первом месте. Так, теперь надо бы попробовать на Карстаге, да? Будет, конечно, сложнее, потому что он так не застрелит. Но тем не менее. Но обязательно, друзья, оденьте сет Мирака, возьмите камень от Ранаха для того, чтобы крик на вас не работал. Он вообще не будет работать, не будет вас отбрасывать. Это огромное преимущество. Все, друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, комментируйте. Сзади у меня Ванюша, все нормально. Счастья вам, пока.